Журнал. Как и всегда, журнал «Гуру» на Орск.ру остается полезным для каждого из нас. Бывали ли вы когда-нибудь настолько поглощены чтением книги, что даже не слышали окружающих, когда они к вам обращались? Если да, то вы уже примерно знаете, что такое состояние транса, в котором пребывает человек под гипнозом. Как работает гипноз, чем он опасен и с кем работает особенно хорошо, читайте в новой статье журнала «Гуру» на Орск.ру. Журнал.